За время новогодних каникул в Лондоне произошло 3 пожара. О том, что стало их причиной и как сделать так, чтобы веселые праздники не обернулись трагедией, рассказывает старший инспектор отделения надзорной деятельности по городу Лобня Ирина Демидова. С 1 января по 11 января на территории городского округа Лобни произошло 3 пожара. Возгорание произошло в 2 автомобилях. Причиной пожара послужила неисправность транспортного средства. 10 января пожар произошел по улице Деповская, дом 9. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Отдел надзорной деятельности по городу Долгопрудный, по городу Лобня обращает ваше внимание на соблюдение требований пожарной безопасности. Основными причинами пожара являются неисправность электрооборудования, электропроводки, неправильная эксплуатация электрооборудования, короткое замыкание, неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печного оборудования. Напоминаем основные требования пожарной безопасности. Не допускать перекала печей и не топить печи перед сном. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не оставляйте надзор за топящими печами малолетним детям. Не перегружайте электросеть, не включайте одновременно различные бытовые приборы и электрообогреватели. Не оставляйте детей дома без присмотра, а также не используйте самодельные электрообогреватели и, уходя из дома, отключайте все из розеток. Отделение надзорной деятельности по городу Лобня просит быть бдительными и аккуратными. При чрезвычайных ситуациях звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.